Здравствуйте, снова с вами магазин Мотовелотехника. Мы находимся в городе Клинцы, проспект Ленина, 33. Сегодня у нас на обзоре скутер Honda Dio AF57, четырехтактный скутер жидкостного охлаждения, карбюратор. Сейчас сделаем небольшой видеообзор внешнего состояния, запустим двигатель, проверим электрику. Начнем с передней части. Пластик у нас целый, без царапин, рычаги не закисшие. Здесь какая-то такая царапинка небольшая. Передняя покрышка практически новая, без износа. Колеса не ржавые. Передний тормозной диск, это и он и отличает эту Honda от 56-й. Наличие переднего диска от тормоза. Есть уже износ на тормозном диске, незначительный. По боковой части. Есть вот здесь такая царапина. Боковой пластик целый. Задняя покрышка в хорошем состоянии. Износ 20%. Колесо без коррозии. Задняя оптика целая. Хвост не обрезан. Багажник присутствует. Сиденье без порывов, трещин. Задний амортизатор слабоват уже у него. По этой части все целое. Сейчас запустим двигатель. Так, как мне тут рукой. Двигатель выпускается легко. Скутер работает тихо. Значит, ближний дальний свет. Показатель поворота левый. Показатель поворота правый. Сзади работает, стоп, справа, то есть, допустим, можете оформить кредит без посещения магазина. Заявку можно оформить онлайн. Также можно организовать доставку транспортными компаниями или нашим транспортом. Если остались какие-то вопросы, звоните, пишите. Также у нас есть другие модели скутера.